Вы настроили свои приемники на волну радио. Напоминаем, мы вещаем в диапазоне 31 метр на частоте 9500 кГц. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по Мирному. Ищите нас по адресу Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 85. Голос Анны. В течение этого получаса вы услышите передачу «Вес жизни», подготовленную пастором Петром Мишуриным. Вам обильных благословений от Господа и отличного эфира при прослушивании наших передач. Некоторые люди относятся к христианской жизни поверхностно и живут как хотят. Должен быть страх стать непригодным, стать неэффективным. Страх совершения служения себя и Бога лишает диплома врача и юриста. Не имеет значения, в какой области это происходит. Но для христиан, которые теряют доверие, результаты могут быть еще хуже. Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич хочет обратить наше внимание на очень серьезные стихи из Священного Писания. Будем внимательны к словам Евангелия и послушаем пастора Петра. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить на тему «Христос на перепутье нашей непригодности». Непригоден. Когда мы слышим эти слова, то они вызывают определенные эмоции. Чувство стыда, унижение, падение не играет роли. Это непригодность к несению службы в армии, в правительстве или непригодность к занятиям медицины. Нет никакой разницы. Христиане также могут быть дисквалифицированы. Дисквалифицировать себя грехом. И это приводит к плохим результатам. В таких случаях мы не можем быть добрым примером. Это духовная трагедия. И поэтому я хотел бы, чтобы вы открыли Новый Завет. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 9 главу. И мы прочитаем с 24 стиха по 27. И потом конец был. 9 главы, со стиха 28. И 10 главу, первое послание Коринфянам, 1 по 13. Вы знаете, что Библия состоит из 66 книг, написанных в течение 16 веков. Раньше не было разделения книг Библии на главы и стихи. Это сделали только в средние века для удобства исследования и для того, чтобы быстро можно было находить нужный текст. Поэтому иногда мы должны перепроверять разделение текста на главы, правильно оно или нет. Ведь послание Коринфянам было написано в первом веке на одном свитке без разделения на главы и даже без пунктуации, не говоря уж о стихах. Итак, пожалуйста, найдите первое послание Коринфянам, 9 главу, мы будем читать с 24 стиха. Давайте прочитаем этот отрывок, обращенный лично ко всем нам, а не только к Коринфянам. Не только к служителям, но ко всем нам. Воздерживаются от всего. Все для получения пленного, а мы потому, его не так, как на неверное. Бьют не так, чтобы только бить воздух.
Ну, смиряю и прощаюсь, мое. Я бы проповедую друг самому царство мирское. Не хочу оставить вас совсем не видеть. Что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь мост, и все прошли сквозь мост, и все прошли сквозь мост, и все одно и то же духовное и все пили одно и то же духовное смерть. И наконец, последующего камня, камень же был Христос. Они поражены были сухими, а это много людей, чтобы мы не были похотливы на зло. Не будьте так же, как нет людей, о которых написано. Народ всем есть и чистый. Мы станем Бога действовать, как и справедливо для нас. И мы будем погибать в вас, как и не чистый. Мы станем как места. И погибли одни, не расписы, как место расписы, и погибли от отпущения. И почему ты это знаешь? Ты делаешь меня как образы, а здесь ты делаешь. Я не могу делать.
Это не так.